Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и если помните, буквально на днях я выставлял видео, которое сделал благодаря видосу, который прислал один из зрителей мне на электронную почту, и я еще гадал, как его зовут, Таймыр или Тимур, короче говоря, он прислал мне видос с открытием 100 немецких контейнеров. И сегодня пришло еще одно письмо, в котором автор этого видео скромно написал: «Я Дима» и веселый смайлик. В этом письме еще было вложение в виде видоса, которое мы сейчас с вами вместе посмотрим. Здесь Дима открывает 60 контейнеров, собери их все. И, честно говоря, после того, как я посмотрел видео, которое он мне прислал, мне захотелось пойти, не знаю, там, застрелиться, повеситься, ну просто потому что, Дима, не обижайся, но ты тот еще садист. Ты присылаешь видео с открытием контейнеров человеку, которому из контейнеров ничего не выпадает. Это факт, все об этом знают, все видели огромное количество открытия контейнеров мною, на канале видосы есть, и все видели, что мне из них выпадает. Так вот, ребят, когда я увидел открытие этих контейнеров, мне захотелось плакать. Дим, перестань есть, пожалуйста, зефирки, перед человеком, у которого сахарный диабет, и лучше эти зефирки присылали мне. Поэтому, друзья, давайте все вместе попросим Диму стать спонсором канала. Вот так вот вместе. Дима, Дима. В общем, Димон, если есть возможность, я буду благодарен за поддержку в развитии канала. Ну а если серьезно, Дим, спасибо тебе большое за то, что ты делишься этими видео и даешь мне возможность публиковать все новую и новую инфу, все новый и новый контент. Спасибо тебе большое. Ну и, друзья, давайте посмотрим видео, а дальше подобьем итоги. Ну что, ребят, как видос, понравился? Я, когда увидел это видео, я, честно говоря, в осадок выпал. Особенно под конец видоса, ну а уж совсем, совсем я
упал духом тогда, когда посчитал, во что это все обошлось и что с этого Дима получил. Давайте будем проводить калькуляцию. Значит, Дима сначала купил 45 контейнеров за 20 тысяч золота и потом еще докупил 7 контейнеров за 15 тысяч золота. Простите, наоборот, 45 контейнеров за 20 тысяч золота и 15 контейнеров за 7 тысяч золота. Того получается, Дима потратил 27 тысяч голды. За время открытия он 8 раз обналичил сертификат на 1000 голды, который можно собрать с контейнеров, собери их все, и таким образом 8 тысяч вернул себе назад в копилку. То есть в сухом остатке Дима потратил 19 тысяч золота. Что он получил за эти 19 тысяч золота из машин? Я уже не беру там все остальное. Он получил себе Чифтейна МК-6, которого в голом состоянии продают за 17,5. Он получил Панзер-58, которого в голом состоянии продают за 5500. Он получил себе Чинука и самую дорогую пятерку в нашей игре, которую оценили в 8,5 в составе набора в легендарном внешнем виде. Фармит, кстати, эта машина 226%. Это действительно очень круто. Он получил себе Chrysler K и ИС-2 Ш, которые в составе набора продавались за 10 тысяч голды, а по отдельности в голом состоянии выставлялись на аукцион по 5,5 тысяч каждая. Но возьмем за основу именно 10 тысяч золота. Таким образом, получается, что Дима по факту потратил 19 тысяч золота, а получил себе премиумных машин на 41 500 при грубом подсчете. Вот такая вот, ребят, калькуляция. Я, как и после прошлого видео, побежал уже даже не рыдать в подушку, а просто прогрызать ее до матраса. Ну а ты, Дим, подумай по поводу того, а не хотел ли бы ты стать спонсором канала. Ну, а еще, если будет что-то подобное, обязательно присылай на почту, я с удовольствием это буду публиковать, потому что видосы действительно интересные. Спасибо вам большое за просмотр, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.